«Роснефть» – крупнейшая в мире трубопроводная компания. «Транснефть» – одно из самых энергоемких предприятий. 500 нефтеперекачивающих станций – это сердце системы. Для устранения технологической зависимости от иностранных поставщиков в 2016 году был открыт завод «Транснефть-нефтяные насосы». В день открытия завода по производству насосных агрегатов заложен и первый камень в основании нового предприятия. Завод «Русские электрические двигатели». Но еще перед стартом строительства была поставлена задача сосредоточить здесь все самые передовые в мире технические решения в сфере электромашиностроения. Партнером в трансфере технологий выступил один из мировых лидеров – компания «Нидек Аси», Италия. В ноябре 2017 года прошел 14-й форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Президенты двух стран провели здесь пленарное заседание и посетили выставочную экспозицию. «Русские электрические двигатели» – это завод полного производственного цикла, от проектирования до сборки и испытаний готовых изделий. Компания идет в ногу со временем, делая ставку на передовые технологии. Абсолютно новые для России технические решения позволяют воплотить в жизнь современное оборудование. Это особо точные прессы, обмоточно-изолировочный комплекс, линия вакуумно-нагнетательной пропитки и уникальное механообрабатывающее оборудование. В ближайшей перспективе удастся полностью закрыть потребности системы «Транснефть» в электродвигателях. Конструкторы и технологии прошли обучение и стажировку у технологического партнера в Италии. Специалисты компании «Нидек Аси» приняли активное участие в пуске наладки испытательного центра. Применение продукции завода возможно в судостроении, проектах СПГ, ветрогенерации и транспорте. Понравился видеоролик? Закажите расчет вашего проекта на сайте ruvision.ru. Чик-чик.